Владимир и Светлана Егорова из Цивильского района превратили собственный дом в экспозицию народных промыслов, где в качестве экспонатов выступают картины, игрушки и сувениры, сделанные своими руками. С творческой семьей познакомилась наша съемочная группа. Владимир и Светлана Егорова 30 лет проработали бок о бок учителями в школе. Он преподавал черчение, она – немецкий язык. Казалось бы, в доме педагогов везде должны быть учебники, книги, различные пособия и школьные тетрадки. А нет. Когда приходишь в гости, то словно попадаешь в другой, сказочный мир. Ажурные салфетки на тумбочках, вышитые картины на стенах, вязаные подушки на диванах, игрушки и цветы из бисера и бумаги, и даже витражи. Летом и весной времени на рукоделие у творческой семьи не так много. Зато зимой – именно в ту пору, когда вьюга заунывно поет за окном и рождаются самые душевные и теплые поделки. Для Владимира и Светланы нет ничего невозможного. Идеи для своих будущих работ находят в интернете. К примеру, недавно самостоятельно научились создавать схемы для вышивки по фотографиям. Сейчас мастерица принялась за свой портрет. Компьютер тут забрать схеми, специальный компьютер, да, программа. Саунадов. Радуюсь, что моя жена умеет делать такие красивые вещи. В своем мастерстве она уже и меня перегнала. Для Владимира Васильевича любимым хобби остается резьба по дереву. Много лет он обучает своему ремеслу местных ребятишек. Вместе с ними участвует в различных выставках, занимает призовые места. Творческая семья Егоровых в этом году отметила коралловую свадьбу. 35 лет семейной жизни. А к золотой свадьбе цивильские умельцы обещают освоить еще несколько видов рукоделия и устроить большую выставку своих работ. Галина Титарчук, Мальвина Петрова, Олег Якимов. Республика.